Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Минерва – богиня искусств и наук у римлян. Минерву отождествляют с греческой Афиной, и поэтому она считалась также богиней войны. Наряду с Юпитером и Юноной входила в капиталистскую триаду. В эпоху Возрождения Минерва обычно символизировала мудрость и благоразумие, хотя по-прежнему изображалась в шлеме воина, как, например, на картине Монтэнье «Победа мудрости над пороком», где Минерва борется с Венерой и сопровождающими ее пороком. Похожим образом Минерва помогает Диане на картине Перуджино «Сражение любви и целомудрия». Из Википедии. Минерва – древнеримская богиня мудрости и войны, покровительница ремесленников, писателей, актеров, поэтов, художников, учителей, учащихся и врачей. Входила в триаду наиболее почитаемых богов Древнего Рима вместе со своим отцом Юпитером и его женой Юнон. Ее культ имеет этрусское происхождение и ведет историю от местной этрусской богини Минервы, которая, в свою очередь, взяла много от древнегреческой Афины. В 3 веке до нашей эры, после эллинизации римской религии, Минерву стали отождествлять Афины Палладой. Изначально в Риме Минерва была богиней-покровительницей ремесленников. Минерву отождествляли с Афиной, что проявилось в появлении у нее новых функций богини мудрости и войны. Впоследствии, когда Римская империя распространила свою власть на громадные территории от Британии до Персидского залива, Минерву стали отождествлять и с местными божествами завоеванных провинций, таких как Суль в Британии и Сулевия в Галлии. После примирения патриций и плебеев Минерва, исходя из своих функций, была особо почитаемой среди ремесленников. Согласно верованием древних римлян, без ее покровительства невозможно было заниматься ткачеством или придением, построить дом и тому подобное. За содействие в своих начинаниях к ней обращались также поэты, живописцы, скульпторы и врачи. Лечащая Минерва получила эпитет медика. Еще одним эпитетом Минервы была капитальная, что имело отсылку к греческому мифу о рождении Афины из головы Зевса. Главный праздник в честь Минервы, Квинкватрий, проходил с 19 по 23 марта. Ну вот так вкратце о Минерве. Минерва – богиня искусств и наук у римлян, которая отождествляет с греческой Афиной. И поэтому она считалась даже богиней войны. Пока-пока, до свидания.